В железнодорожном районе, неподалеку от улицы Большой, в маршрутное такси врезался минивэн. Toyota Regius ехала по Демьяна Бедного со стороны овощесовхоза. Hyundai 85-го маршрута двигался навстречу. Шофер пассажирского транспорта собирался с левым поворотом съехать на второстепенную дорогу. Для этого он должен был сначала пропустить Toyota. Но ее водитель двигался в гору и делал это с изрядной пробуксовкой. Увидев это, водитель 85-го рассудил, что благополучно разменется с автомобилем. Снежный накат, из-за которого Regius двигался рывками, подстроил неприятности шоферу Каунти. Тяжелый автобус вошел в поворот совсем не по той траектории, на которую рассчитывал управлявший мужчина. Машину чуть занесло, и она боком проскользила вниз по склону на минивэн. В результате правый борт Hyundai припечатался к переднему бамперу японского автомобиля. Последствия столкновения, как часто бывает в таких случаях, распределились в соответствии с массой транспортных средств. На боку более тяжелого автобуса остались лишь вмятины, а удар, который пришелся в моторный отсек Toyota, вывел японскую машину из строя. Транспортное средство не заводилось, у него оказались заблокированы задние колеса. Поэтому владельцу Regius'а пришлось заказывать автоэвакуатор полной погрузки. Рейсовый автобус покинул место аварии своим ходом. Его водитель уверял, что в момент аварии пассажиров в салоне не было. Никто из участников ДТП травм не получил. С места происшествия Валентин Борозняк, Михаил Сергеев и Виталий Векслер.